И включительное прохождение верхнего боя без столкновений в необычном масштабе принимать. Итак, мы видим, кто же у нас вышел на лидирующую позицию. А это модель под номером 4-5-3. Номер 7, номер 5. 4-5-5. Тройка лидеров. У левого боя остановилась модель. У левого боя модель будет принимать. Продолжает лидировать на вторую позицию, вырывается спортсмен под номером 5. Это его был Андрей. Третья позиция. Модель номер 1. Спортсмена из команды Санкт-Петербурга, Костюк Александра. Итак, завет номера 5. 4-5-1. Эти модели сейчас у нас лидируют в гонке. Поменялась позиция на втором месте, вырвался спортсмен по номеру 4. Номер 1. Итак, 4-1. 4-1-5. Такой порядок лидирует у спортсменов. Итак, лучшее время круга. 8,2 улучшает спицу в мире. 8,2. Костюк Александр 8,5. 8,6 у Германа Олега. Внимание, позиция у нас номер 4 спицы в мире лидирует. Костюк Александр номер 1 на второй позиции. Германа Олега номер 7 на третьей позиции. Костюк Александр, 5 секунд от лидера. Выбирает 4-1-7 лидера нашей гонки. И взрослый эксперт. 4-1-7 Юрий Никитова на 4-й позиции. В одном круге, в двух кругах уже от лидера. Такие номера по порядку заканчивается третья минута гонки. Приближается результат. Продолжает делать список 18 кругов. 18 кругов Костюк. Левого боя остановилась модель. 15 кругов Герман. Левого боя модель. Лучшее время круга 8-2. Правого боя перевернулась модель. Лучшее время круга список 8-2. 10-й кругов. Экватор гонки позади. Спортсмены продолжают соревноваться. И уже мы видим 5-й номер со второго раза будет проходить. Итак, положение лидеров несколько поменялось. Первая позиция Питер Дмитрий занимает по-прежнему. Костюк Александр готов круги от лидера. Юрий Никита поднял номер 3, поднялся на третью позицию. 24, 23, 22. Левый номер 1 модель. Такой предварительный результат у лидеров. Номер 4, номер 1, номер 3. 413. Осталось 2 минуты гонки. За 2 минуты лидирует Спицын Дмитрий 27 кругов. Костюк Александр 25 на 20. Юрий Никита 25. Два круга от лидера разделяет Юрию Никиту в Ростовской области. От лидера в минуты гонки. Итак, как же сможется финальная часть этого замечательного спортивного праздника на сегодня? Под названием «Дети взрослые». Итак, Спицын Дмитрий, Костюк Александр, Юрий Никита. Вот они, три лидера этой гонки. Три лидера, номера 4, 1, 3. Из джентльменских соображений можно было бы лидера не пропустить. Номер 3 удар.
Так, последняя минута пошла. Пошла последняя минута. Спицын Дмитрий лидирует в Московской области 34 круга. 32 и уже 33 Костюк Александр. Юрий Никита 32 круга. Итак, чемпионские разборки за 30 секунд начинаются. Восьмой номер Стис. Остальные пока еще держатся на воде. Итак, 413, заветное число лидеров сохраняется. Четвертый номер Москвы. Итак, Стисен, Костюк, Юрию. Спицын, Костюк, Юрьев. Кто же из них? Модели принимаются на финиш. Пятый финиш, третий финиш. Финиш. Ждем результатов судейских показателей. Тихо. Судья Турнаев. Результат. Он здесь кувыркал. Ну что ж, да. Давай твоих кувать, ты все, старший вперед, кто первый. Да. Четвертый номер объявлен старшим судьей старта минус круг. И победителем наших соревнований становится Костюк Александр из Самары. Опять в воду его. Тренер в воду, тренер. Воду. И Михаил поймался. И Рому тогда сразу! И Рому! И последний! Опой! Сопротивляется, смотри! Поздно! Раз! Два! Три! Аплодисменты! Наше шоу продолжается! Значит, попрошу зрителей, наиболее крупных зрителей, прошу быть здесь на старте. Как ощущения, чемпионы? За что сняли круг? Кувыркался. Просто меня пихнул. Я шел по своей и прямо. Просто этот съемка круга была прохвачена. Васин ударил уже под конец. Васин ударил? Ну там же ты перелетел. Нет, через там него. Не Васин был. А я снял, видео есть. Васин! Разберемся. Разберемся. Костюк, Спицын, Юрьев. Ну что, членский взнос за 40 кому? Да, да. Поздравляю с принятием в клуб кому за 40. Кому 40? А, кому 40. Кому 40, по 40. Да, да, да.